Стоимость золота в Казахстане сегодня побила двухлетний рекорд. Во вторник Нацбанк оценил 1 грамм желтого металла в 33,5 тысячи тенге, а обменные пункты просили за него почти 34 тысячи. Таким образом, всего за сутки золото выросло в цене на 2% или на 600 с лишним тенге. Таких рекордных значений не было с марта 2022 года. Аналитики отмечают, что растет не только стоимость драгоценного металла, но и спрос на него. Так, в прошлом году граждане Казахстана купили 38 729 слитков золота общим весом почти в 2 тонны. И это тоже рекорд. Желтый металл называют тихой гаванью. Традиционно в мире в него начинают вкладываться, когда наблюдается неопределенность в экономической обстановке или если нестабильны национальные валюты. Отмечая взлет цен на золото во всем мире, Bloomberg сегодня пишет, что хотя оно и является ценным инструментом для сохранения и приумножения капитала, в настоящее время трейдеры скупают этот металл больше из страха, жадности или энтузиазма. Конец цитаты.